Красный Легион по-прежнему хозяйничает на этой территории и не думает оставлять бесконечный лес. Бесчисленные вторжения спровоцировали сбой, и теперь один из их отрядов застрял во времени. Я никогда не устану мстить им за башню. Мы этим займемся. Геометрические данные, которые я считываю с этой архитектуры, неуловимо меняются. Будто бы реальность пытается решить, какая версия ей больше по душе. В лесу неустойчиво даже само время. Датчик вас засек. Рада снова вас видеть. Мне это не нравится. Ты все время забываешь, что в прошлый раз меня здесь не было. Было очень весело. В смысле, так, ничего особенного. Сагира, я все хотел спросить. Чем вы здесь с Осирисом занимаетесь? Мы еще не до конца решили. Возможно, легкой перепланировкой. Вексам это не понравится. Их мнение никто не спрашивает.
Ты сражался, я раздумывал над способом преодолеть ту пропасть и создал симуляцию твоего Спэрроу. Можешь пользоваться. Я займусь теми, кто наверху. Кабал выглядят как настоящие. А в чем разница? Симуляции Виксов могут убить. У этих копий та же цель, что и у оригинала. Обнаружить будущее, в котором Легион одерживает победу в Красной войне. Да, блядь, пакет поймал. Ты
тут надо всех убивать, если что. Прямо так вообще. Где же этот валус? Погоди-ка. 26 тысяч. Все, не бей. Спокойно. Нам этого вполне хватит. Мы активировали охранную сетку. Решено. Для них ты и копал захватчик. Расслабься. Первый раз это сработало. Страж убит. Что значит? Живи. Живи. Слева. Просто взять больше. Дополнительные лазеры. Такое мастерство невольно вызывает уважение. Но почему же? Ты что, не сможешь? Не сомневаюсь. Мы знаем дорогу назад. Постарайтесь больше не создавать копий Кабал. Да, та же херня, бля. Спасибо, ребят.